руководства с официальным дружественным визитом прибыл председатель партии Фрелимо, президент Народной Республики Мозамбик Жоаким Алберто Чесано. На аэродроме Жоакима Алберто Чесано членов возглавляемой им мозамбикской партийной государственной делегации встречали товарищи Зайков, Шеварднадзе, Демичев, Добрынин, другие официальные лица. На летном поле был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал Жоакиму Алберто Чесано рапорт. Оркестр исполнил гимны двух стран. Жоаким Алберто Чесано и товарищ Зайков обошли строй воинов. Церемония встречи завершилась прохождением войск почетного караула.